О планах на предстоящий аграрный сезон сегодня журналистам рассказал Денис Бочкарев. По словам министра сельского хозяйства, в этом году планируется увеличить посевную площадь на 10%. Это примерно на 25 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Финансирование сельхозпроизводителей началось буквально в конце прошлой недели. Для этого из краевого бюджета была выделена погектарная субсидия – 154 миллиона рублей. Учитывая, что в прошлом году было много обращений, что ставку на рапс надо немножко снизить, мы пошли людям навстречу, значит, комиссионно рассмотрели этот вопрос. У нас в этом году ставка на рапс 720 рублей, значит, на зерновую общая ставка 1000 рублей. Напомню, что в прошлом году она была 1300 и 1300. Также руководитель аграрного регионального ведомства сообщил журналистам, что в России на 20% подорожали минеральные удобрения. Этот вопрос по инициативе Минсельхоза сейчас находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службе. Если говорить о удобрениях, то мы сегодня закупили их немногим меньше, чем в прошлом году. Ну, по причинам, которые я назвал выше. Вот, но в ближайших планах мы в целом закупим там порядка 6 тысяч тонн. Также Денис Бочкарев добавил, что в этом году увеличилось количество страхований посевов. Если в прошлом году было застраховано 56 хозяйств на площади 99 тысяч гектаров, то в этом году на 25 тысяч больше. Напомним, посевная кампания стартует уже в конце следующего месяца. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.